Настоящие любители вкусно и сытно поесть очень уважают супы, даже если они холодные и особенно если они корейские. Если говорить о супе куксу, то вкус его подобен азиатской песне с этническим организмом. Однако советские корейцы пошли дальше и сделали из этого блюда настоящую симфонию с разнообразием инструментальных партий, и назвали они его кукси. Для приготовления нам понадобится лапша, мясо, капуста, огурцы, яйца, помидоры, свежая зелень, чеснок, уксус и приправы. Согласен, ингредиентов много, здесь мы проведем черту и разделим приготовление на три этапа. Первый – это приготовление лапши, второй – приготовление чуми, третий – это приготовление мури. Не сказать, что приготовить лапшу трудно, но тем не менее, тут главное не переварить. Итак, в кипящую воду опускаем лапшу и периодически помешиваем. Убираем лапшу в сторону и приступаем к приготовлению чуми. Это отдельно приготовленные добавки, состоящие из овощей, мяса и яиц. Итак, начнем с мяса. Свинину нарезаем мелкими кусочками, затем шинкуем лук. Обжариваем мясо, добавляем лук. Солим по вкусу, перемешиваем, накрываем крышкой и выключаем. Далее мелко нарезаем капусту. Добавляем половину чайной ложки соли, сахара и красного перца, пол чайной ложки уксуса и столовую ложку растительного масла. Перемешиваем и приступаем к огурцам. Нарезаем огурцы, добавляем пол чайной ложки соли, зубчик чеснока, головку лука, пол чайной ложки перца, уксус и столовую ложку растительного масла. Затем все перемешиваем. Далее разбиваем 4 яйца. Солим, взбиваем и начинаем готовить яичные блины. Итак, наши блины готовы, сворачиваем их и нарезаем соломкой. Итак, мы приготовили добавки из мяса, капусты, огурцов, яиц. Как сделать морковчу, можно узнать, нажав сюда, а нам остается приготовить мури и собрать наш аппетитный казотто. Если мы хотим приготовить вкусный суп, то не в последнюю очередь надо постараться над его основой. А как известно, основа любого супа – это бульон. В нашем случае – это мури. Для приготовления бульона мури необходимо натереть 2 помидора, налить 1,5 литра воды, добавить 100-150 грамм соевого соуса, чайную ложку соли, сахара, уксус и свежую зелень. Итак, наши ингредиенты готовы, давайте посмотрим, что получилось. Традиционно кукси подают внушительными порциями. Это означает, что вам придется активно работать приборами, но работать ради удовольствия.